Всем привет! Вы на канале Simple Food, и меня зовут Юля. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусную закуску гуакамоле из авокадо. Самое главное в этом рецепте – это правильно и аккуратно почистить авокадо. Нам нужна будет мякоть. Проще всего это сделать, разрезав плод пополам, удалить косточку и вынуть мякоть ложкой. Теперь из лайма выжимаем сок. Все хорошо измельчаем при помощи блендера или вилки. Мелко нарезаем одну луковицу и добавляем лук в авокадо. Именно лук придаст этому блюду очень пикантный и интересный вкус. Теперь мелко нарежем помидор. Лучше всего использовать небольшие помидорки сорта черри. Добавляем оливковое масло и солим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Вот и все. Наш гуакамоле готов. Вообще, это моя любовь, но не с первого взгляда. Потому что сначала мне оно совершенно не понравилось. Но это все зависит от того, как вы его готовите. Поэтому обязательно пишите мне в комментариях, понравился ли вам мой вариант гуакамоле. И нравится ли вам вообще добавлять авокадо куда-либо, в салаты, в каши или что-то с ним готовить. А может быть, у вас есть свой интересный рецептик, которым вы со мной поделитесь. Не забудьте подписаться на канал. Спасибо, что смотрели это видео. Приятного вам аппетита и пока-пока!